Так. Убрал? Да, убрал. Но мне надо было зарядить, можно? Да. And I wonder what you say. О! Так что-то чата нет. Почему-то. Нихуя себе. Как называем? Да просто вечерняя прогулка. Это явно уже не в офлайн, когда просто погуляем по пиздим. Блять, а у меня здесь что? У меня здесь мой твич, что у меня запустился, нет? Мотай. Должен был. Блять, походу не запустился, походу. А с моего телефона кто-нибудь стримил, блять, что-нибудь? Твич должен быть, правильно? Нет, сидит. Идет стрим? Да. А, чата нет. У меня чата нет просто. А да. Виджеты? Да, вот, сейчас. О! Все, заебись. Ну все, у нас вечерняя прогулочка. Вылазка. Только надо где-то найти место потише. Где у нас тут самые буйные обитают? Ты ночью тут не видел, когда домой возвращался? Я обычно не возвращаюсь домой. Ну а так около метро там собирается шобла. Время 22:52. Мама, ну да, и что? Любимая мама. Вечерняя прогулочка по Санкт-Петербургу. Покажу вам сейчас места, блядь, былой славы. Это тыловой район. Видишь цифры? Кстати, там 1000. Там 41, там 45. I don't know, really. Ма, в 19 число, думаю. А что 19 число? О, а где вода? Где подруга вчерашняя? Ну, блядь, я же говорил, что она спалила, блядь, ей спалили, что стрим был, блядь, ей скинули. Она сказала, что мне в психушку надо лечь, полечиться. Блядь, здесь уже прохладнее, когда я тебя кофту нацеплю. Да, я, видишь, специально надел. А, вы, блядь, что-то как раз жопы, блядь. Суперстар. Всем привет! Здорово, парни! Красиво здесь, но здесь так это... Нет архитектурных зданий. Ебать, кофта! Ага, без полотенца у нас. В бане, да? А это, кстати, кофта, это еще свой... А, нет, это инвент, да, давали. Че? Это инвент кофта. Да. Вообще, я давно все шмотки уже не покупал. Я тоже. Че у вас так светло? Ну, здесь, на самом деле, сейчас камера работает. Как-то странно, типа, она очень много освещает. Ну, в общем-то, и в Питере сейчас не темно. Кто такой ИРЛ? Ну так твою мамашу ебут в жопу, блядь, козлина ебучая. Еще раз мне такой спросишь, я тебя найду нахуй по IP-адресу в GTA 5 RP, нахуй. Ты меня заебал, блядь. Что, сигареты можешь? Грубо, нахуй. Да, грубо, жестко в жопу, блядь. Как последний грубиян, нахуй. И чтобы эта сука больше мне не звонила, блядь, и не писала. Что такое IP-адрес? А, ну иди нахуй. Писька ебаная. Что такое писька? Ну, смотри, блядь, сидит нахуй. Утырок. Не знает, что такое писька. Ты писька, блядь, ебаная нахуй. Оп. Так, слышишь, блядь, отстань от девушки. Ha ha ha.
А хорошо в Петербурге, скажите, а? Угу. Блядь, вот еще после котлеты с рисом, блядь, вообще замечательно. У вас день, да? Мы в Лос-Анджелесе. Ищем Хесу. Да, надо было написать название, ищем Хесу, сфоткаться. Я думал, в Нью-Йорке. А, в Нью-Йорке? Ну, похуй, Нью-Йорк. Мы сейчас в центре Петербурга. Домик Петра. Да, домик Петра, архитектор Люмпен. Здесь где-то Влад Зеля обосрался и... А, вот заходил в эту аптеку, покупал себе уголь активированный. Приехал как-то, да, с Брамчиком постримить приколы. Да-да. По итогу, блядь, насрал в штаны, блядь, и съебался домой, блядь. Ну это говнюк из чат-рулетки мелкий, блядь. Просто козлина, сука. Ну что-то нет, по-моему. О, тут должны были быть? Тут мы, короче, не валялся. Прям без подков, но на земле идет. Пену пускал. Блядь, фу. Ну мы сейчас прогуляемся по улицам, пропиздимся. Если будет что-то интересное, подсинем. Я люблю Брамчика, пишет. Из Бинс 12. Спасибо. Первая наша это задача... Это не Колпина, ёпта. Нам надо найти зажигалку. В Колпина нет столько людей. Да, свежей прессе есть зажигалка? Можно поспросить. Нужно заинтересоваться. А что, хотите зажигу? Да. Ой, нет. Спроси под курицей. А у вас есть зажигательный аппарат, зажигалку? Нет. А под курицей нет? Блядь, отстой. Жига, жига, жига. Это мужество. Да. Да. Уберите этого еблана. Какого нахуй? Вышел из чата. Что-то здесь вообще, блядь, народу нет, да, хотя это метро. Вкусно, да, покушали. Курить хочется, а зажигалки-то нет. Надо найти человека. А как ты до этого курил? Я ему зажигалку дал, блядь, а он пока там мастурбировал. Чего, блядь? Тебе, блядь, дебилу доверили жигу, ты ее дома оставил, дятел? Потому что я в военной форме был, я не... Я не виноват. Ну, идиот, блядь. Да ты вафельный рожок, и вправду, блядь. Ну, блядь. Чё, ёпта, блядь. О, шеф-кебаб, брат. Шеф-кебаб. А тебе знаешь, куда Антон, блядь? Да. Нахуй тебе. Спасибо, друг. Давай, на мой хуй, ёпта. Спасибо, дружище. Слабо зайти в цветы спросить, а не знаете, где цветы купить можно? Здравствуйте, не подскажете, а где цветы можно? Ира, ни хрена себе! А, на соседней улице, тебе сказали. Да. Хорош, Брам. Насмешил толпу людей питька и бананов. Скажи, мипау. Мипау! Шака! Блять, быдло-то, блядь, вся из дома повылезала, сука, нечисть, блядь, черти ебаные. После 11 нахуй, да. По улицам Петербурга, родного, походи. Слушайте, а ты вот разбираешься в местности дальше, это прямо, это куда? Не знаешь ли его дальше? В сторону Мурино. В Мурино? Да. Отсюда можно пешком до Мурино дойти? Отсюда можно пешком до любой точки местности дойти. А до Нью-Йорка, да? Красиво у вас Нью-Йорк, спасибо, да, у нас в Нью-Йорке есть район Мурино называется. В сторону хуя. Угу. Ну, быдло-то опять повылезало, и в чате тоже быдло-то не спит, блядь. Сидят нахуй, фильмы смотрят, там играют в доту, и на втором мониторе гадости пишут, блядь. Так мы прям это, дойдем. Куда? Вот. О, метро, видишь, да. О, а там что? Не знаю. Ну, пойдем к метро. Таня, спасибо. Мафан, привет, не холодно тебе? Не-не-не-не-не, мне хорошо. Цепочек не сишка стоит. Цепочек. Давай, со спины только тихо, да? А у вас не будет зажигалки. Братуха, у тебя зажигалка не будет? А? Дома. Так я не в метро живу, ёпта.
Я в квартире живу, нахуй. В чем проблема? Ты совсем дурной, что ли? Я живу на Политехнической. Снимите, снимите ягодички мамуры. Мипа! Ну, походочка у тебя босяцкая, конечно. Блять, я кого-то в постапокалиптическом, блять, в постапокалиптическом фильме, блять, где люди-то вообще? Да, тут не подберешь, знаете. Приедешь 8, блядь, все толпой, блядь, куда-то съебываются, а после 10 все, весь Петербург уже спит. Ну ладно, мы еще не в своей точке, на самом деле. Вы в Питере? Мы сейчас в Нью-Йорке Хесуса ищем. Сфоткаться. Штанишки скинем. Блин, какой же красивый Грозный по ночам. Москва? Добавляем скин Мафани в игру. Да. Спасибо. Спасибо большое. Добавьте меня в World of Morgan. Чё? А где донат на экране? В смысле, вы что, не видели донат? Вот бы добавить твою озвучку. Почему я видел донат, да? А вы не видели? Ну не прогрузился у вас, что сделать? Спасибо за 500 рублей в World of Morgan. Это самая лучшая MMORPG игра для людей, которым от 18 до 60 лет. Фу, ебать вообще. Че, заебался ходить до сегодня? Ну а ты думал, это легко? Нет, не легко. Конечно, блядь. Конечно, нахуй. Кстати, ну, если что-то ставить вроде... Массаж ног. Тайский. Я могу с колена прыгнуть, ебали. Так посветлее вроде. Себе прыгни, лов. Ты кто по жизни? Он по жизни лошара сразу. Опа! Тогда нас сейчас прессану. Здорово, мах. Прям из КФС, да, говорю. Спасибо, бро, хуя, у тебя машина крутая. Ну, прокатишь, брат? Да это. Все, помнишь, с оператором тебе в телегу писал? Да. Короче, это я хотел как-то выйти. Надо завести? Да, погнали. Вот так встреча. Она с алкоголем, бро? Да. Бля. Антон. Бля. Пацаны, а если это хейтер, он нас сейчас в лес отвезет нах. Брама, подержи, у меня стаканчик пролился. О! Опля. Садись, шеф. Поехали. Это фейк такси? Да, брат. Кинь туда эту хуйню, пожалуйста. Брату, а ты далеко отсюда живешь? Рядом. Ну просто нам бы... Это... Куда? Ты куда нас хочешь подвезти? Куда надо. Поехали. А ты... Впадло будет довезти нас? Че, ты везешь до Сенной? Бля, души тебе большую душу, нахуй. Только стрим надо вырубить. М? Стрим вырубить надо. Почему? Будь смотри. А, блядь. Не, я про свой стрим на телефоне. Я понял. Рубай стрим, мафа. Я думал, в лес едем, нахуй. Я думал, да, мне сейчас предъявят. Стрим мохни пока. Сейчас стрим мохни. Ты это, глаза завяжешь. Да, да. Нихуя у тебя панорамные окна тут сверху. Вообще балдеж. На бэхе меня еще не катали. Вообще прикольно. Есть АК. Хочешь на АК прокатиться? АК-47? На АК маленькая машина. С собой у тебя? Она рядом. Нормально. Да, давай. Хочешь прокатиться? Да, да, хочу. Не-не-не. Только не разъеби ее, она охуенная. Так нет, я чуть-чуть покатаюсь. Вот это нам контента подвез, братишка, вообще заебись. Это мы не зря вышли сегодня в быстро. Нихуя она у тебя едет, ебаный свет. А мы сейчас летим, нахуй, у тебя крылья там вообще выдеваются. А ты смотрел стримы, нашел, да, узнал? Короче, место. Уведомление пришло, я такой, блин, смотри. И ты тут шляешься на мужество. Вкусный коктейль? На, попробуй, кстати, забыл предложить его. Я им руку себе обрел. Ладно, я тебя задвину немножко. Слушай, братух,
Я себе, ты вот коктейль привез, я руку им себя обмочил. Можно я об обшивку твою оботру руку? Только аккуратно. Ладно. А, понял. Донат прочитал мой, икста, сколько было зрителей, когда только начинал стримить? 5000 онлайн было. Я как Бенджамин Баттон, блядь. Спасибо большое за поддержку. Roll to 100, блядь. Да, я на понижение играю. Вообще крутая у тебя машина. А какого года? Да, он старый, 2004. Это первая моя машина. Бля, я просто сейчас буду свой лантер ебучий продавать. Сколько такая вот, как у тебя, стоит тачка? 7 лет назад я ее покупал за 500 тысяч. Они примерно так же продавали. А это X5 или что? X3. А? Это старая машина, X3. А, X3? А видишь, я ее брал вообще с пробегом на 80 тысяч. Не, ну вообще сам факт, то, что мы... Я так и знал, что... Чат убери, пожалуйста, чат. А как я буду читать чат, если я его уберу? А я так не смогу, я все почему. А как я вас? Ты на ручке умеешь ездить? Нет, вот поэтому и хотел попробовать. Серьезно? Но я не буду быстро ездить. Можно до Синой попробовать вчетвером доехать. Но у меня права с собой. Но я не умею на автомобиле, на механике ездить. Вообще не умеешь? Ну, я права просто это, нашел. Авито. Вся мокрая. Бля, сейчас прикольно, как я в оке смотреться буду. Ты не залезешь, нахуй. Метр 97. 90 килограмм чистой массы. 90 килограмм чистой массы, да. Какую кухню любишь? Паназиатскую. Какой театр посещаю? Большой драматический. Отсоедитель Тургенев. Мещане Достоевский. Еще идиот. Антон Абрамов. Ах ты, писька ебаная, нахуй, Антон, блядь. Все, выгружаемся? А теперь нас грохнут. Да. Рюкзак. Да, да. Я рюкзак. А ты что, Даша путешествует? Ой, камера, извини, брат. Только не убей, нахуй. Есть такое правило. Чат убери с экрана. Да, блядь, Яша, как я буду читать его? Ты умный? Такой пиздец. Я хотя бы так его оставлю, потому что я... Да не хочу я, короче. Я напишу. Держу тогда. Да. Вот это? Блядь. А как вспышку тут включить, не знаете? Парни, а можно ехать медленнее, чем 20 км в час? Ебать. Так я ее чуть подниму. На ней 130. А как я? Я туда влезу вообще? Да, просто как мы сзади с Мамурой сядем. Бля. С кайфом, брат. Да поехали, бог. Ебать, ну давай, поснимай, я туда залезаю, это пиздец. Ну, можно, на, я прям с портфелем. Блядь, братуха, я на ней не доеду до сегодня. Ну, шат. Так, братан, так она правда. Сейчас я попробую что-то брать. Слушай, тут три педальки, да? А где третья? Слева. Ты не сможешь, ты не сможешь. На одной ногой могу... вообще пиздец. А? Твоей ногой пиздец. Я на две педали одной ногой нажимаю на сцепление, на тормоз сразу. Так, ну что, ну в принципе, понятно, сцепление выжил, тормоз придерживаешь, сука. Первую передачу въебываешь, да? И газ. И газуешь, а по чуть-чуть сцепление отпускаешь. Бля, всю жизнь на автомате просто езжу. Можешь попробовать? Бля. Пройдите по двору. Да куда, пиздец, ёбка. Все тачки соберу нахуй. Не, не стоит. Не стоит. Просто можно на ней до Синой. Вот на это смешно будет до Синой. Го в оке до Синой. А это если... Ну, на BMW это не очень. Это уже моветон. А вот, блядь, на оке до Синой. Да, поехали. Да, поехали. Я выкину. Умай ва му синдейру. Нони? Пора бы научиться на механике. Я
просто, бля, на механике никогда не ездил, тем более сейчас на АКе, говорю, у меня нога просто две педали. Не, понимаете, если бы это была моя АК, я бы поехал бы, но, блядь, чужую, мне страшно, ёпта, меня убьют, нахуй. Ну, вот это вообще поедем. А ты не занят вообще, а то мы тебя заебали тут? Не, погнали. Так. Чё, я спереди? Ну да, я сзади. Да, берите портфельчик. Рам, ты со мной? Да. Кто со мной, тот герой, кто без меня, тут писька ебаная, нахуй. Поехали. Поехали. Бля, на АКе, ебаный свет. На АКе я еще не катался в реальной жизни. Всегда мечтал, но не катался. Машина, пушка, вообще зверь, нахуй. Брат, только аккуратно. Рама, садись ко мне. Как вы тут залезете, блядь? А тут ручки нет, братишка. Как ты? Как? Ёпта. Я ничего не видно, да, вам, пиздец? Сейчас я вспышку выберу. Так. А, вот так? Чего, блядь? Что-то я нихуя не... Парни, а куда? Еще 20 регистраций, закидываем 10 камафани. Андрей, Олег, лохи, писька, ебаны. Стуха, бля, я тут вообще раскисоник. Ебать, там педали, все. Ебать. Она чипированная, походу, пацаны. Это лишнее. Мы там в поребрик ебались. Да, случайно. Надеюсь, ты был поребрик. Че, я перестал? А у тебя там тоже механика твоя? Ебаться даже на 30 км в час, мы трупы четверо. Чего ты боишься, писька ебаная, на? А мой... Чё ты, сука? Сланцина. Чё ты, сука, сыкуешь, блядь, подонок ебаный, на? Подонок, расслабься, ёб. А ты хули, блядь, писька? Всё чётко будет, блядь, братишка. Я не уверен. Всё будет чики-пуки, ёб. Я доверяю вам. Братуха, ёб, я... Да у меня башка у самого кудебила, блядь. Можно крышу выбить, нахуй? Я как в танке, блядь, знаешь, башка только торчит, блядь. Не, ну едем. Вот вам ночные приколы, у нас без приключений не бывает. Блядь, давай не дергай, нахуй. Да, на АКе я еще не катался. Заручник дергай, братан. Не, АК, главное, АК, не... АК-47. Ну чё, граждане? Попал ты, ёпта. Я не писал ей даже. Куда вы меня везете? Все, расскажешь нам. Бля, ебать мою письку. Тут какие-то провода, он ее... Да, он ее угнал. Он походу, да. Он что-то его подозрительно долго нет. Брат, я вообще... А ты можешь подвинуться? Бля, мне очень больно. Я подвинуться? Двигайся справа, справа. А есть такой вариант? Есть, есть. Ой, все получше. Я, да, тут, да. Я в раскладушке тут просто нахуй. Колено как подлокотник будет. А как ты сидишь? Безопасно желательно. Браво, дай навигатор. Эшкере! Телефон не блок, чуть телефон не выпал нахуй на улицу. Оху, я подвеска мягкая. Нормально?
Она на заправку не против? Да, да. Она заправляется? Не, она на кислороде. Мафаня! Короче, не особо. Ты можешь ебашить коленями. Можешь выходить, в принципе. А? Твоя остановка. Блин, он говорит, пошел нахуй, брама, отсюда. Я бы с радостью. Мы прямиком в Вальгалу приедем на этом автомобиле, блин. Да ты сразу на шею нахуй. Я тоже что-нибудь примотаю. Просто держаться будет. Собак на него. Какая еще музыка, давай Рама, а хочешь тебя спиртового баллончика ебал? О, круто! Дяденька, а вы же сказали нам щенят покажете. А когда мы собаки? Мордите три раза, если вы в заложниках. If you see me, then you mean it, then you know it. Fast and percent furious, drift, drift, drift. Fast and percent furious, drift, drift, drift.
вообще хочу, но где-то где местности поменьше. Где народу поменьше. Лесиной там пиздец народу. 91 FM. Новая классика. Там танцать нормально. Охуенно там сзади. Бедный пленчик. Нормально. Я пытаюсь подвинуться. Сейчас буду кататься на оке, ёпта. Снимайте меня, гандоны. Ну так там мы стряли. А ты не садишься? Я здесь кружочек дал. А ты садишься? Прыгай, подскажешь, это все. F пишут. Пришло время, братья, отче наш, и же Йоси на небесех. Да светится имя Твое, да приедет царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Кова! Давай, ебашь! Газ! Бля, она сейчас не сполохнет. Все, погнали. Хорош. Двигаемся. Вот. Сплошная! Да. Ручник. Вот. Ручник выжимай. Ручник. Мама, я в Дубае. Вот она. Это эти два пилота из деревни дураков, которые Боинг 747 посадить не могли. Ты говорил, что ты шаришь в этой теме, ты, блядь. Ты шо охуел, нахуй? Давай, в автобус. Все, давай тормозим, нахуй. Все, я больше не хочу. Я боюсь, бро, я больше не хочу. Я сейчас обосрусь, нахуй. Как выключить машину? Она едет все равно. Не отпускай педали? Фу. Не сдох, блядь. Страшно. Бензином воняет. Я сейчас зажигалочкой черкану. Сейчас он подкурит, подожжет бензобак. Ну что думаешь, заправлял? Ну я обливал бензином. Видели, как я гонял жестко, нахуй?
Ну да. Точно у меня? Блядь, я не знаю, места вообще нет. Я мой портфель. А, вот, мой. Ты же без портфеля был? Сколько надо на село ехать? 24 минуты, нормально? Да. Нормально. Только если мы не перегреемся. Она перегреется, а ты ее водой охлаждаешь? Механике сложно ездить, ребят, на автомате намного проще. Просто одну педальку жмешь, как дебил, блядь. Нет! Не притворялся профессиональным водителем. Я только на автомате выебываться могу в шашки играть. Спасибо, Танечка. Фар больше нет. Нужен бортмеханик. Кто из вас бортмеханик? Я водитель. Без фар доедем? Ты водитель был? Я не знаю. Придерживать свет. Ситуация опасная. Не ебаните Петровича в жопу. Это кто, сосед, блядь, чей-то? В центр едем, мы на Сенную сейчас едем. На нашу точку ночную. Капец, да. Что вы делаете? Мы на Оке катаемся. А мы как подпалили, да, на Сенную? Да, да. Пиздец,
С кем? Лизочка Бебрина. Лиза, а у тебя или... ты дома, если возьми браслет? Лежачий полицейский, если что. Буквально. Теперь лежать. Тут держаться особо не за что, приходится за крышу машины держаться. Бля, ебать, вот это реально девочка едет, блядь. Давай, давай, давай. Машина ласточка. О, это дед в Теле 2! Блядь, ладно, это проебал. Бля, бодренько ездят, бля, для своих. Замзать-то нормально, не? Да, нормально. Влад, хочу, чтоб ты на Матизе погонял. Спасибо, Софик, спасибо, Тимоша. Софик, но Матиза у нас нет. Но Акая, она еще пизже, чем Матиз. Вот это прям хардкор, блядь. У нее колесики реально, ну буквально, блядь, не знаю, с два моих кулака, блядь. Колесики охуевшие. Какой здесь мотор? 1.0? Бля, еще не знаю. Ну, литр с колесами. Белаш 1.7. Короче, здесь, ну, не карп стоит, а японская хуйня. Или китайская хуйня. Не, мы трезвые. Под радио Эрмитаж. Здесь, по-моему. Не, радио Эрмитаж было заебись вообще тематически. Под классическую музыку вообще охуенно. Упокой, Господи,
душу раб твоих новоприставленных Владислава Калюки, Антона Абрамова и полковника Мамуры, и простим все согрешения их вольные и невольные, и даруем Царствие Небесное. Аминь. Вот вам экскурсия по ночному Петербургу, набережная. За французскими булочками. Тащите, ну просто на ее на галстуке тянуть за собой. На самокат не можно. Да, мы в Париж на Аку, на Аке приехали. Барнаут. Да, нет резинки, нет готово. Сейчас, ну-ка, сейчас спросим резинку. Девчонки, а прыгайте к нам в машинку. Что-то тут место дохуя, согласен. Это такие помпуши. Аккуратнее, девчоночки. Что за классная игра у тебя на банере? Это MMORPG новая, охуенная, называется Пиратия. Сервер пиздатейший, блядь, от моего доверенного друга доброго. Залетайте, играйте, а по моей реферальной ссылке там 100 тысяч золотых дается. Это больше, чем донат, 1000 рублей. Бесплатно, ребята, залетайте, ебашьте. Анимешная, охуенная, мой РПГшечка в олдовом духе. Вчерашнюю малышку выебал. Ой, это Адмиралтейство. Это что за метро? Адмиралтейское, наверное, да? Да. Чё, нет, наёб.
Ну это что, это не Адмиралтейство? Где? А? Ну, знаешь, Адмиралтейское, ёпта. Да-да-да, Антоша, блядь. Сейчас получишь, блядь, попущу своему нахуй. Нам зеленый, братишка. А? А, да, налево. Здравствуйте, левый номер, новый паспорт. 6,3 летит. Патрик, сейчас мне спиздит телефон. Я не доверяю вам. Вы хотели украсть мой телефон. Едет кабан, братишка. Ты как малый на пульте управления. За каждого сбитого пешехода по 1 рублей. Это Париж? Да, это Лондон. А здесь это Марсово поле, да? Вон Спас на крови, кстати. Чё, граф, сынок, к метро? А, там просто много бомжей. Прикольно, угарно, блин. Да ближайшая просто что там, блядь. Ну да, было бы. Кого спас? На троих спас. Че, дебил? Тихо там, пижоны. Молимся. А все, мы уже приехали. Слава Богу.
Не зря молились. Опа. А что сегодня среда? До Таукс есть, но тут нет переходника на айфон. Тут джек 3.5. А народу-то много. Девчонки и с мальчишками гуляют. Лас-Вегас. Здорово. Андрюша, 50. Спасибо, Андрюша. Едем на Блецке. Даже ночью, сука, пиздец. Что, куда-то, да? Да, лучше вот там сейчас направо можем завернуть. Там вроде обычно есть место, чтобы встать. Бам, нахуй. Второго, нахуй. Бам, нихуя тут. Да, а тут много, охуя, что я, ебать, сколько тут девчонок, тёлок, нахуй, пацанов, блядь. Спасибо, брательник. Я-то... Ебать. Сидите там, ждите. Фу. Довезла мало, слушай, такая маленькая. Вот, ну, блядь. Охренеть. Вот я вот сейчас... О, спасибо большое. Здравствуйте, я себе джип купил, смотри. Джип для зелья, реально. Да, спасибо. Зельк, давай-ка ты такую же, а, машинку. Бип-бип. Все, ребята, да, счастливо. Спасибо большое, брательник. Нам контента тут сделали. Давай, брательник, спасибо. Бля, как на улице шумит, интересно, так же? Пока. Так, ну что, гондоны. Идем. Идем. А что сейчас неделя? Среда же? Давай покурим. Да. Сигу надо, этот, как у... зажигалку надо стрельнуть. Да. О, вот это прекрасно. С такими штанами еще. Ой-ой-ой, у-ля-ля, тополя. Да. Слушайте, ну прикольно вообще, да, получилось ветерком? Ноги затекли только немного. Я вообще вот так ехал, блядь. Так она половина нашего роста, блядь. Да, а чё, почему так много бухачей сегодня там, блядь, стоят? А лето, брат. А, летом никто не работает? Конечно. Чё, мы вот так здесь по кругу ходим, да? Да-да-да-да-да-да, мы на наше место приехали. Как же красиво вечером всё-таки, да, лучше, чем днём? Ну, и вечером, точнее, ночью уже. Сейчас ночь уже, может быть? Все, заебись. Надо подкинуться, блядь. Знаете, что я бы еще сделал? Обоссал бы что-нибудь здесь. Так там туалет есть. Там, ага, за денежку? Нет, бесплатно. Там бесплатно? Вот там, да. Ладно, походим, кружочки, я потерплю пока. Потом пописываю. Так, ну что, смотрим. Мы этим и занимаемся. Почему именно тут собираетесь сюда? Не знаю, что в первый раз мы туда приехали, и здесь мы уже все знаем, где ходить. Опа. У нас разве первый не в этом был? Не в Колпино?
Там вы прекрасны. Мы вас поснимаем на ТикТок? У нас для ТикТока, девочки. Потанцуйте еще. Сейчас, умничка. Конфета. Просто нет, конфета, блин. Слушай, я сейчас заплатил, нахуй. Она там 3 минуты подрыгалась. Спроси, МБР, хочешь что-нибудь? Текс, текс, текс. Не, вечерний вообще прикольный. В Петербурге, я имею в виду. Типа условно. Нормально, нормально. Блин, вот где-то найти бы вот всякие вот эти буклетики, анкетики. Чив-киф. Где чив-киф? Чив-кафе, ёпта. Какой нахуй чив-киф? Подожди. Это не чив-киф написано, написано чё кафе, ёпта. Ты дебил, грамма, блядь. Писька ебаная, нахуй. Чив-киф. Дятел, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Парковка. Вот бы здесь сейчас Васильев, мой любимый блогер, вообще охуел бы. Он бы, бля, обоссался, как сучка маленькая. Там уже ногой. Баллы хуило, ебалы, блядь. На ноль. Никто никому не обязан тут баллы платить. Он в Макеевке же. Ну да, прикиньте его бы сюда. Он бы вообще здесь припух. Васильев, тут столько самокатов, он вообще любит их очень. Ты тоже пись-пись хочешь? А сейчас мы, короче, сделаем там пись-пись. Да, можно там? Только там только пись-пись. Ладно, нам, зайдешь? Нам надо вот так обойти хочешь. Круг. Ладно тебе. Вернуться не туда, не сделать пись-пись. Ян-яни. Бич. Покажи, как ты берешь шест. Покажи, как ты берешь шест. Бежимся. Чияни, молодой, сука. А мне знаешь, Антон, а мне писька женская отлезать дороже матери и родины, нахуй. А тебе, Антон, банка пива, блядь. Я не пил 5 дней. Ага. Сколько, блядь? Сколько это в днях? Ого, какой, такую зелень надо. Блин, а уже ночь, сейчас всякие эти зомбаки повылезали, да, бурдалаки. Мы их найдем. Да, в Бэтбум, может быть? Не, в Бэтбум мы не пойдем. Не хочу в Бэтбум. В Бэтбум я не хочу очень. Покажи карту, Б6. Я жду, пока кто-то сишку закурит, я, блядь, не... А что, опять зажигалки нет? Да, типа, уехал. Блядь. Тихо, да? Вот там жизнь кипит, а здесь? Тихо. Тихо. Дед, тихо. Стоп, так это же из Алёши Поповича, блядь. Ебать. Вы что, ёбнулись? Охуеть. Дед, тихо, это же... Охуеть. Старенький такой скрученный. Да, который бабку еще трахнуть хотел в задницу. У бабки там жопа, как так, два пельменя, нахуй. Я думаю, чё он ко мне пристает, а я на лошадь эту похож, блядь. Да, на Юлию. А? Писька ебаная, нахуй. Чё у тебя шапка, ёпта? Лос-Анджелес, блядь. Ты кто, нахуй? Кстати, подожди-ка, ну-ка, что-то... Не было ничего. Смотри, дай-ка кепку. Чё на... Что написано? Липецк, Ангарск. Два любимых города. Расскажешь, ёпта. Придумал себе сказку, блядь. А почему по-английски, блядь? Чё же интерпретация? ЦОВ тоже на английском. Отмазки Липецк, да? А, кстати, да. Прямо футболист? Нет. А что у него на рюкзаке нарисовано? Рональдиньо, блядь. Рональдиньо? А почему не Аршавин? Я думаю, я покупал рюкзак. Спиздил ты? Нашел. Писька, блядь. Радуемся на своем веку. Красавицы и ктулху. Блядь. Маргинальное общество просыпается ночью и бухает пиво, блядь, на улице. Ой, Тимоша, как бы тебе сказать? Ну,
5000 рублей. Зеленых. Я сам в ахуе. Ой, писать как хочется. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас наделаю штаны. А сейчас на бабуле опять нас не впустят. А? Не впустят опять на бабуле. Не, бабушка сюда не пустят, надо идти бесплатно. Да, согласен. Там хорошая бабушка. Но бесплатно нас она, блядь. Ну, мы добавим. Я пыль. Йоу. Чума! Чувак! Чума! Чувак! Чума! Рация! Блять, нам уже рация. Рация, да, давненько нам уже пора. Спердежом вы есть? Товарищ, не надо. С какашкой. Засадим, отложись. Мне надо выбраться. А я как? Авиаселс. В зависимости от обстановки. Вы видели, он пытался ее обнять, а она... Пойдемте у него интервью возьмем. Сейчас ты была шутка. Разворот на 360. А где Антон? Валер, где Антон? Валер! А Антон где? А! Влад! А! Так пойдемте туда тогда. Влад! А! Влад! Валер! Все нормально. Нормально? Да. Я тебя хотел. Ай. Ты кто? Лос-Анджелес. Вы помирились, ребята? Да. Все нормально? А что обижалась-то? Все, давай, доброй ночи. На, крали. Опа! Попался! Оп, 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 пошел. Погнали, погнали. Жопу виляет, блядь. Писить очень можно? Поддержу. Я бы тоже перестал. Пас. Пас, пас. Ты так не делай руками, ты. Там у него Липецкая, Ангарская. Лос-Анджелес, блядь. Или Лос-Анджелес. На Лос-Анджелес, нет, ты говоришь. Он этот, блядь. Янки? Ну. I'm not. Я нет. Я не говорить по-английски. Так, надо поближе к скамеечкам. Вот, нет, это за денежку. Этот не бесплатный. Здесь могут и нагреть на лавэшку. Прохладно, да? Ну. Бля, Валерчик, тебе как-то опять до дома добираться. Валерчик. Пешочком отсюда сколько будет? Я здесь усну. Банный кошмар. Угу, сколько самокатов. О, поймали мигранта, смотрите. Пацаны работают. Красавцы. Все, проверка документов и до свидания. Домой. Нагулялись. А надо дома сидеть. Не надо выходить. Парни, кстати, нормально, ночью их ловят. Как тебе добираться-то будешь? Мы с вами закажем, и тебе закажем. Да, да. Да я до дома все-таки. Че, а где? А Тимок-то, кстати, недалеко от тебя живет, получается, да? Я с ним. Можно его вызвать на Оке? Мы даже не узнали, как зовут его. Саша. Саша? Просто пришел, Катя, коктейль, поехали. Думал, это Яндекс. Откуда ты знаешь, что его Саша зовут? Видно, что по нему, что Саня, Санечек. Шурик. Первая буква Ч была? Это
Дольный град, это лучше. Так, аккуратней. Да, тут можно разбиться. А не посудомойка. Вообще-то нельзя на самокатах без шлема кататься, я вам так скажу. Правильно, 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 Антош. Да, они, походу, еще и не слезли. Я сейчас задняя... Посмотрю, нет ли за нами хвоста? Есть за нами хвост, так, ребята. Выруливаем направо. Рассеиваемся. Все нормально. Тут поребрик на самокатах. Уходим сюда. Все, заебись. Хвоста сбросили. Ебать, а туалет-то? Закрыть, что ли, блядь? Чего? Чего? Какого хуя? Ёбаный. Попадос. Нам надо искать пар какой-то машины. Потому что надо сексить. Ой-ой-ой-ой-ой. Хочется пись-пись, блядь. Ну, пись-пись можно, вот за тот угол есть. Блядь, какой угол? Засы. Да, как минимум. Это вообще не делаю. Насытим на дверь, короче. Не, да я вот уверен, где вот это все опоссано. Тут, блядь, уже даже что пропиталось от мочи. Ладно бы там мангал стоял, я бы еще понял. Ну так. Че, вообще, Андрей? А чьи-то сюда ссал. Даже днем. Ладно, пойдемте во двор какой-нибудь, уебемся. Тест на быдло. Да мы не пройдем. А, точнее, наоборот. Ну там во дворе какой-нибудь. Вот там какая темнотища спереди, пацаны. Да. Ты дерешься, я убегаю. С кем? Со мной. Поприкалываемся сейчас. Ой, ебать, смотри, что вообще тьма. Там вообще очень. Там всегда мы этого не залезем. Фиалка и аптека. Ух. Ремонт. Что, прям писать хочется? Угу. Да какой бассейн что-нибудь? По прикалу. Пш-пш. О! О! Это они зря открыли. Вот и ошибка нам. Закрывайте дверь. Вот сюда можно писать. Да, можно. Это рука электрическая. Так, я думаю, так передаешь, что? А ты в моче стоишь, чтобы тебя током ебануть. Вижу листву. Правда, можно достать, да? Незаметно нассать. Эй-о! Незаметно. А. Блять, нас спалили. Ну вы дебилы. Твою мать. Блять, мы теперь не пассим. Ты нас спалили, пацаны. Мне кажется, мы брошенули, когда спели песню. Эй-о. Братан, я там носу без проблем, пацаны. Ретируемся. Почему? Я все, я пошел. Ты куда? Валер, я оперативную съемку веду, если ты сейчас прикоп там сделаешь. Он перепутал, слышь? Это не твой матрас, мамур. Долбоёб. Там кто-то спит. А, на туре. Ладно. Не, ну быдло. Да, Антон, скажи. Быдло, быдло. Вот, смотри, быдло. Ну, животное. Да. Лейтенант называется. Ты умойся еще там, блядь. И захрюкай сейчас на матрасе. Да уж, мамур. Блядь, мамура, пиздец. Парни, что происходит? Ты... Писька. Слов. Не могу, я так не смогу. Слов нет. А? Что я должен был делать? Колпак тёк. Да, на самом деле 24-часовой стрим прогулка по Петербургу был бы очень интересный. Очень интересный? Да. Ну, зрителям, не нам. Мы бы, скорее всего, через часов 5, уже 6 там сдохли бы. Хотя сегодня сколько мы стримим? Твой там 2,5 часа. Тут еще час. Понты. Ну. Но мы с Зерем максимум, не знаю, что 8. Ну, я говорю, 10 час будет, наверное, сложно. Мы, понимаешь, мы домосед. Парни, держите, да, у меня семеро. На, поснимайте себя. Здравствуйте. Мы тут пасы. Ты прям... Ну, вы... Я вообще в шоке, ребят. Ну, так нельзя. Ну, вот, вот, смотрите, да? Ты что, мне просто хуй показал? Там собака смотрит тебя, брат. У тебя есть секунд 45. Фу, блядь, я еще посадил успею. Зачем дрочить? Ой, блядь, ой-ой-ой. Только не снимай. Я не снимаю. Блядь. 30 секунд. А,
20 секунд, ликвидация. Эвакуация. Уходим. Двигаемся. Чоп, чоп, чоп. Плюс вайб. Вот теперь вайбово. Скажите, пацаны. То есть, когда я ссу, быдло-быдло, когда вы ссыте, плюс вайб. Ты быдло, ты ссышь туда, где мы едим. Куда? Да, в мангал, Гандон. Какой мангал? Ты сам там мусор был, блядь. И ты еще срал, где мы хавали шашлык. Я за камнем срал. Ну, рядом, блядь, со столом, где мы хавали шашлык. То есть, ты за камнем? Насрал за камнем? Да. И Макс Бакшева бензином облил за это. Было, да. И спичкой угрожал. Было страшно. Ну, так, конечно, было страшно. Так ты, если, блядь, борщишь. Да я пьяненький был. Скажи, эшкерия. Эшкерия. Тебе это вообще без вайба. Красиво. Очень красиво. Массаж лица. Чего? Она очень красивая. Не просто стричь. Сиськами. Ну, это неспроста. Вы слышите? Какая тишина в Петербурге. Просто пиздец. В центре города. Надо было тебе испортить идиллию, червяк. А, стоп, пацан, мы туда идем. Налево и туда. Окей, let's go. А, Абрам, ты ж не пописюнькал. Я буду терпеть, я не могу как быдло вот так, как вы писали. Можешь. Ну, это вообще... Скрываешь просто. Mm-hmm. Мы видели, что ты можешь. Да, ты еще не это можешь. Не надо уж... Каплю спирта нужно ему на язык и все. Полная бесконечность. Каплю спирта. Я сразу говорю, пиво понюхать. Как астерикс, блядь. Как тасманский дьявол, блядь. Мне спирт нельзя, да. Я в котел упал, нахуй. Ой, вообще вайбово, ребята, лампово гуляем по Петербургу. Очень нравится. Рассказать можете что-нибудь, что это, мы какую улицу проходим? Как ебать девку за мороженку? А я не понимаю, в чем прикол, я за мороженку никого никогда. В смысле, ты говорил, что там ты вот встречался с афроамериканкой, ты ей купил мороженое, чтобы наша курсика... Не только мороженое, она и KFC хотела. А-а-а, почему бы? Давайте промолчим, давайте дальше не будем развивать эту тему, пожалуйста, закончим это. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это что был? Баскетбол? Робинс. Что там? Да я так пытаюсь удержать поток мыслей. Но он быстрее. Так, цветы фрукт, это нас не интересует. Тихон едет, куда? А где Лиза Бэбрина? Она тебе ничего не писала? К вам? К нам? Дед Тихон едет? Чё? Поиграем? Доначу по 1 рублю за каждое оскорбление Хисуса на протяжении всего стрима. Или ты писька ебаная? По 1 рублю? Сообщение от злого деда нам. От деда Тихона? Вы куда, сукины дети, на мою территорию едете? Да мы это лесеной, ебаный сыр, блять. Это все общее, нахуй. Мы тут были до тебя и будем после тебя. Пойми это, пойми. Ну да. А почему это мы сукины дети? У меня мама не сука. А может он по себе судит? Да, по себе людей не судит, дед. Дед Сукин. Дед Сукин. А может кто-нибудь рванел, ну, в другую сторону? Куда? Она кругами там заебала ходить. Одно и то же. Ну, Гупор, так мы ж гуляем, можно прогуляться. Давай, вот мы там не были же. Не были же. Пойдем. Так а мы пытались там быть, там ничего обычно нет просто. Мы ж гуляли как-то. Ё-моё, ну куда-то надо рвануть. Что-то мне это не надо. Валерочку на работу в 7 утра рвануть. Да нормально. Да я ему такси закажу. До работы сразу? Закажешь. До работы и до построения. Закажу такси до дома. Да ты долбоёб. Не закажу. Красавчик, красивый парень, хороший, умный. Закажу. Вот и подружились. Ну,
давай. Давай, трахни ему. Отсоси ему хуй, давай, сука. Че ты, блядь? Выбей его член своим ртом, гондон. Давай, сука. Хули ты, ёпта. Кулак. У тебя челюсть очень, очень заметная, понимаешь? Ну, у тебя кулак не выдержит. Он вот так напополам, блядь. Василий. Антон. Ой, блядь. Пойдем, Влад. Да, по белым полоскам. Это желтый получается, да? Прошелся. Ой, тут красиво. Вот с девчонкой лодку снять, или давайте под мостом поебаться. Прямо отлезать ей под мостом, сука. За 5000 евро прыгнем. Поиграйте в хуй, мат, Ржакич будет. Какой в хуй? Загореть хуй по очереди. Да, блядь, это вообще не угарно. Это же мы на улице. Вот если бы мы сейчас в какой-нибудь театр пришли, блядь, это было бы, да, это было жестко. Антоша, ты куда идешь? Туда, куда-то. А, да, да, гоу. А я так по наитию. Гоу, конечно. Изучаем Петербург. Да, да. А то живет жизнь, они знаем. Не, они, мы знаем. Ты вот на своей машине катаешься, а вот так. Ходить-то хуй. Можете мне девочкам представить? Ну, вот просто, чтобы я подошел, вот есть красивые девчонки, вы меня представили. Хорошо, давай, мы тебя представим, ты будешь их пикапить, да? Не, пикапить я не умею. Хорошо, просто выйдешь. Вот. Ну, что-то больше похоже на правду. По-любому, нах! Ты же не писька ебаная. О, самокаты есть крутецкие. Въезд в окошко? Нихуя. Чего? Ебанусь. Это платформа 9000. Ч-ч-ч. С той стороны мужик, не нахуй. Или голый хуй в стекло. Писька ебаная. Это вот тебе на это писька ебаная. Блин, самокаты красивые такие от Яндекса. Господи, боже мой. Вот это уровень диджитализации у нас в России. ИТМО. О, кстати, ИТМО это крутой университет какой-то. Ого! Найдем какую-нибудь одну девушку и будем за ней следовать вплоть до дома, нахуй. А потом я в подъезд за ней прошу. Бэйби, ты носишь рваные джинсы. Бэйби. О-о-о! У меня там, блядь, звуки. Спиздить его хотел. По-любому. Че, кино снимаешь? Че? Реально вы снимаете. Нифига. Телевидение какое-то явно. Тихо, нас ориентируйте. Я не знаю, всего 50. Богатый, блядь. А тут даже, вот, улица. Улица Гривцова, 5. Переулок Гривцова, 5. Ебать, там тьма, ебать. Ебать, там страшно. Там очень страшно. Я не знаю, зачем вы это сделали. Я просто хотел кого-то напугать. Слышишь? Да, это больной человек какой-то, блядь, пиздец просто. А прикинь, ты там срал, захотел спокойненько, я его напугал. Вот так вот. Это привет всем закладчикам. Всем нашим здорово, Афган, привет, спасибо большое, что смотрите, кто с Афгана, классный бульон везете в Питер. От души большое, в душу. Тун-ту-тун, тун-ту-тун. Как в этом, понял? Ну, это отсылка была. К чему? А, как называется? «Звездные войны», правильно? Я не смотрел. Ну, бля, я тоже, ну, просто я знаю, что там так начало такое. Только я музыку не слушаю, я помню. Тун-тун-тун. А? Дрипка есть. Ты хочешь опять отсосал? Нет, дрипку хочу. Я нет, бля, меня только снес. Хочешь снес? Я бы скинул пару шайб. Хороший. Кстати. Со всем тем, что ты сегодня, блядь, трогал, нахуй, да, вкусно?
Начинаю так. Это вы что? Угнать такую хуйню надо. Ну. Это что, блядь? Нам надо вот такой, блядь. И пизда. Автобус? Ну. Тополем. Кликуха грим. Блин, они здесь кино снимают какое-то явно. А познакомиться бы с теми, кто кино снимает, да сняться б там, а? Я ишь ты! А-ля кинематограф Голливуд! Максимум. Детка, ты носишь. Таня Тимоша, да начал, да, да все, отстань, ну какие нахуй деньги, блядь. Мы не так денег много. Мы не за деньги. Мы за респект улиц. О, вот тачка, блядь! Охренеть, это... Сфотай. Это Лада? Это не, это Зеппелин. Лада. Ладжини, нахуй. Ебать. Сфоткать? Да. Давай заскриним. Не-не, ты тут убери, дай ему нормальную фотографию сделаем. Угу. Палец видно, что показываешь? А с тобой реально на навку поставить? Палец видно. Все же подебильно сделай. Стоп, подожди. Да. Это отель Жени Терехова? Или я перепутал? Подожди, это же... А бифлака меня пустят переночевать? Слышишь, Антон? Да. Если это отель. А, нет, это не отель. Это какой-то офис-центр, да? Вообще не красиво. Бля, так всякая, да, красиво там. Чего ты? Ты нарик ебаный? Не, красиво просто сделано. Меня кумарит снос. Меня кумарит снос. Сейчас дед Тихон еще с авоськой нас догонит. О, мои тараканы! Здрасте, ребят! Я с ними не знакомый, хочу познакомиться с Тихоном. Ты не знаешь деда Тихона? Что там насрали тут? Гадость. Там Тамби, походу, сидит. Это из этого, блин. Из Тихона? Да, походу. Ну, вроде. Смотри. Не знаю, похож. Да, не все похожи. Ну, здесь ЧБД. Куда мы? Налево, направо? Смотри, какой конь, ел. Где? Вон конь стоит, огромный. Ты что, нарик ебаный? Вон, блин, конь. Да ты видишь, прямо. Пойдем прямо. Набережной реки Мойки мы. Ебать, ты какой катер, что? Девочка, чупа. Смотри, какая красота. Елочки. Да, красивочка. Пиздец. Вот, мама, смотри. Мы гуляем по Петербургу. А, так мы до Невского доперлись, да? Стоп, это башня Хайзенберга? Нет. Нет? Ёбнулся. Ну ладно. А что ты сразу ёбнулся? А может тебе черешню ёбну прописать, да? Тебе дыню проломить нахуй. Давай, ломай. Ёбочности. Ломай. Кто-то очень богато живет, да? Такое ощущение. Да. Но не мы. Да. Все, братан, все временно. Правильно, правильно. Скоро будем наверху. Ощущение, что это что-то каким-то богатством пахнет. Бля, там, мне кажется, там дядя Тихон бежит в ПХ, блядь. У него еще сердце остановится, блядь, а мы все дальше и дальше отдаляемся. Мы его времени мируем. Красивый дом, да? Кокошник.
Так тут, видимо, окошки продают. Короче, вот, да. Надо дедушке сказать, что посчитай по карте. Какой тебе еще деда? Дед Тихон вроде. Там 9 Е9. Вместо девять. Эти, блядь, девятки. Вместо Д, да, девятки. 9 Е9. Нижнее подчеркивание Тихон, если не ошибаюсь. Но если он стримит вообще, я хуй его знает. Бля, мне кажется, мы сегодня находили пиздец по Петербургу. Нормально, что пока ходится, ходим. О! Че? Куда нам надо? Замок. Не, я вот до леса этого дальше, до парка. Потом налево куда. Окей. Набережная реки Мойка. Улица Мойка, дом Помойка. Он видел, как он задефил? Молодец, он, походу, просёк, да? Задефил, его тёлки, титьки трясутся, блядь, и он такой встал, прикрыл её нахуй. Сука. Просёк фишку. Да. Они так гуляют, они туда-сюда. Даже на сиськи надо смотреть. Надо же так, так. Реально, дед. Смотри на него в голове. Походу, с ним всем больше не ебать. Нас дед чейзит, а мы, блядь. Я не знаю, ну, блядь. Мы можем подождать его? Минус ебало у невидимки. Ну, просто что мы, блядь, здесь стать будем? Покурить и сядьте. Ну, давайте. Короче, мы вот здесь, дедушка. Давай дойдем. Да он сейчас, давай подождем уже, похуй, деда, блядь. Красивая была история. Вот и помер дед Максим. Да и хуй остался. Ба-ба-ба-бам. Хуй уперся в потолок. Положили деда в гроб. Ба-ба-ба-ба-бам. Он здоровенный был мужик. Он на хую вертел шашлык. Хуем грядки он копал. Ба-бам-ба-ба-бам. Хуем грядки поливал. Ба-бам-ба-ба-бам. А соседку тетю Зину он ебал через корзину. А соседа дядю Гришу бам-ба-ба-ба-бам. Хуем кинул через крышу бам-ба-ба-ба-бам. А в гражданскую войну он спас дивизию одну. Немцы наших окружили бам-ба-ба-ба-бам. Немцы наших перебили бам-ба-ба-ба-бам. А дед ширинку расстегнул и хуй над речкой протянул. Наши похую пошли бам-ба-ба-ба-бам. Наши наших понесли бам-ба-ба-ба-бам. А за ними немцы спят, начали похую шагать. Дед за лукой голоснул бам-ба-ба-ба-бам. Что-то там немцев вакуум. А сколько нам ждать деда Тихона здесь? Ба-ба-ба-ба. Можно узнать? Он бежит к вам. Блядь, ну он может не добежит. Может до парка дойдем? Тут осталось-то 300 метров. Да пойдем, да, до парка, блядь. Сейчас посидим на скамейке, блядь, я ебал здесь сидеть просто. Он такой, еще плюс 15 минут. Так а что, ну все равно, мы бы с ним еще ходили бы, правильно, значит? Все, подождали. Ну фору мы удали. Давайте реально такси вызовем. Сейчас Девяткино, в Мурино поедем. А нихуя тут корабли сейчас, блядь, ходят.
Да мы недалеко, вот мы, вот деревья, вот мы сюда. Вот в эти деревья мы сейчас зайдем, там парк. О, ребята, ну вы меня и это... Настопиздили. Говори сейчас своими именами, Антон. Измотали. Мы заебали деда. Заебали деда. Там живой? Да. Да я в гибернации. Да, находили мы сегодня много. Давай универсального солдата с тобой поснимем. Что там нужно? Жан-Клод Ван Дамм, Дольф Лунгрен. Он будет Дольф Лунгрен, а ты будешь Жан-Клодом Ван Даммом. Хорошо, а что нужно делать? Драться. А? Драться. Это не умею. Только со слабым полом или с бабушками. С дедушкой. Потянешь? С дед Тихоном? Дед Тихон, улица Мойки, 50. Я уважаю ветеринаров. Будем в этом парке. Ждем 15 минут, уходим. У нас все серьезно. Там не адмиралтерство? О, я не знаю, но мы уже на Невский пришли. Это 100% Невский. Значит, там адмиралтерство. Кубочки. У них в катере даже музыка есть. Ах, сука. Ой, там же хочу. Там я доплыву до вас. Там не только... Да. Я бы с вами. Слышь, там пацанов за борт кидайте. Сейчас тебе помогут, допустим. Так что там за твой Лос-Анджелес на девке? Братан, они сами на иностранные жители приедут. Блять, а ты в какой парк ты собирался? Блядь? Закрыто. А он был открыт когда-то? Когда-то он по-любому открыт, дверь же есть. Что написано? Пожарный проезд. Ого. Это Outlast. Блять, а на квест можно с камерой приходить? Нет. Нет. Тогда спалишь, типа, весь сюжет. Вот бы у нас было, типа, пару лямов, да, типа, вот так вот, свободного этого, чтобы мы свой квест сделали, да? Да. Прикинь, квест от шпаны. Mm-hmm. Вот наши ИРЛы, блять. Мы там жрём с сым голый бегаем. Спасибо за поездку. Сколько бомбили ставим баллов? 5 звезд точно. 5 звезд, Вадим. Тебе спасибо, братиш, что помог нам добраться до центра города. Мы бы оттуда хуй выбрались, такую срань. Спасибо, Вадим. Тачка, во. Покатал, блядь, поприкалывал. Хорошо. Здесь вообще жестко. Я хоть на какие хоть раз жизни, блядь, на сцепление понажимал. Блин, где дед Тихон? Он сейчас оттуда с водоема поднимется, как леший. Ни хрена он задом встает. Хуя он, слышал, переградил реку. Он всю реку переградил, реально. О, так все резко остановилось. Может, там где-то Тихон? Это Тихон, скоро не может приехать? Прошу, сейчас. Дедуль, мы тебя ждем уже. А как зовут Тихон в отчество? Тихон, не знаю. Дедович. Просто дед Тихон. Я не знаю. Бля, ну там даже на горизонте не видно никакого человека. Я говорю, это сейчас таракан открыт. Наебал его. Она сейчас стримит? Сейчас наебали просто, да? Ну-ка, зайди на трансляцию Тихона. Может, он не стримит, а может, наебал. Может, наебали просто. Нам походу, блядь, нет, не нет. Стримит, где он там? Дайте там задание какое-нибудь, да, чтобы они там это, перила погрызли. Что, они не знают позу бобра? Дедушка за хайпом бежит, смотри. Учить их всему надо. Вот надо ходить на уроки полового воспитания к деду Тихону. Ну ты посмотри, а. Ой. Я вам там про дворец Юсупова. Вот я только прохожу его. Он смотрит наш стрим и идет. Вот мы здесь, деда. Вот, деда, мы вот тут. Тут памятник кому-то еще стоит. Он у этого, он до этого идет. Блять, ему еще идти. Погнали на встречу точно. Блять. Гоу. Мамур, ты спать хочешь?
проснулся в 6 утра и весь день ебашу. Че ты устал, ты сидишь на работу, реально в 5 утра просыпаешься. Сука ебаная. Я завтра тебе цианида нахуй в пасту подсыплю. Будешь кушать и умирать, а я буду в танке ебашить. Мамочек контужен. Вы поаккуратнее друзей выбирайте, вот так скажу. Братан. Чувак. Чума. Ебать, ветер хуярит, сука. А соседку чучу Зину. Ладно. Надо заканчивать. Сейчас при дедушке материться нельзя. Да я знаю. Хуй старый. Дед трафик идет подсасывать сос. Объект обнаружен. Осторожно, дед Тихон рядом. Это он? Да, это он. Да. Блять, я его вижу. Вот я не знал, что он быстро ходить. Одинокий. А что он здесь делает вообще? Так, ты следил тебя. Мафанька, я... Вот этот силуэт, это дед Тихон, за что. Я его слышал. Дэнс, дэнс, дэнс. Что, вам Рыбацкого мало? Да. Вы мне вернись на мою территорию. А мы здесь трафик воруем. Вот я и знаю, что воруете. А этого зачем с собой взял? От него никакого толку. А этот не нужен. Этого я в подвал возьму. Какой подвал, дед Тихон? Какой подвал? Да. Он мне знаешь, сколько должен? Он уже второй раз по моей территории ходит. А я расплата? Да. А как, чё? Поцелуй, дедушка. Ведьмаку заплатите чеканной монетой. Слушайте, они невменяемы, им тут делать нечего. Пошли, я знаю, куда надо идти. Пошли. Охуеть. Пошли. Дед, я ваш фанат. Чё, ты мой фанат? Да. Подвал идёшь? Смотря где он находится. Мы с тобой больше заработаем, чем ты. Серьезно? Да? Мы Мафаню обанкротим. Это с Лисицын? А? Ангарский маньяк? Ангарский. Питерский. Ты что, не знаешь подвал деда Тихона? Нет, не помню. Темнота. Писька питерская. Мастер и Маргариту читать надо. Да, пойдемте. Вы что кругами тут ходите? Вы дорогу не знаете? Мы тебя путаем. А мы девочек искали. Ага, девочек искали. Дедушек искали? Да. Специально меня провоцируете? Да, мы хотим без резинки. Без резинки. А ты знаешь что? А твоя рогатка, мой камень, без резинки-то попробуем? А? Твоя рогатка, мой камень. Упс. Мамура, он сегодня тебе. Слышь ты какой. Вот слава богу вы его взяли. Теперь у меня есть защита. Он меня это, дед, выручит. Я в попу не трахался ни разу еще. Один раз, знаешь, можно. Ничего страшного. Ты его не слушай, тебе напиздит. Он мне в любви признавался, потом там... А, да, дед Тихон? Это, видишь, отмазывается сразу. Видишь, какой он? От него никакого толку. Поматросит и бросит. А что он делал на рыбалке? Ты видел, что он на рыбалке делал? Поматросит и бросит, не слушал. Толку никакого нет от него. Только рыбу ел, да? Какую рыбу, если бы рыбу ел? Нет, ты вообще у ребенка черепаху спиздил, не пиздил. Вот видишь, а, наговаривает. Наговаривает. Вообще, нет, видите, я их поймал. Сейчас я их знаю. Сейчас... Дед Тихон, поколение Z. Че? Ну, поколение Z, есть поколение миллениалы, есть Пепси. Ты бумер, мне не сочиняй ничего. Я поколение, знаешь. Бумер. Бумер? Зум. Не, бумер это потом зумерок. Уже. У меня поколение комсомол. Че вы даже эту песню не могли спеть? Я бы сразу бы нашел вас. А то не дед Тихон там. Вот и помер дед Максим. Ну и остался с ним. Че приперлись-то? Че вам там плохо, что ли, в твоем рыбацком? Че вы на мою территорию лезете? Да мы, потому что здесь девки покрасивши. Чего? Покрасивши девки. Вы там всех попортили. В лесу обитаешь, как этот нахуй. Леший. Так, этот, каждое слово против тебя... Ставка в два раза увеличивается. Иди и молчи лучше. Больной дед. Больной дед, ага. Тебе в дурку надо уже. В дурку. Я в дурке был уже один раз. Понравилось? Ой, понравилось. Выгнали, да. Как сбежал, таможенники за мной приехали. Я в Евросоюзе был. О-о-о. Да, в самой Риге. А, ну тебе с ним по пути, вон, ЛА, блядь.
Липецкий ангар. Мне повезло с тобой, хоть это. Да точно выкуп. Ты его полапать, не стесняйся, не нравится. Я это, зачем мне лапать? Мне надо это, чтобы он в подвале порядок навел. Блядь. Из этого подвала уже не выйдешь. Гауптвахта, блядь. Гауптвахта, ага. А кормить там, вода. Кормить тебя дедушка сиськой будет. И сосать будешь. И в рот будешь брать, и у меня там три этих есть, купатые. Все купаты. У тебя будет, да. Вот и он какой здоровый. Так тебя не прокормить. Сосать, и сосать еще, блядь. Это подумать надо, тебя не прокормить, наверное. Вот именно, лучше вот да? Это, спичка это, нет. А я думаю, вы зелью знаешь. Привезете, вот кто мне нужен. Зелье бы, вот за зелью бы вы я... У нас воде не было, да. Че он? Упустили Вальмен, он с девочкой. А что, девочка, это хорошо, мы втроем? С девочкой будем. Кошмар какой. Так, ну ладно, надо хитростью брать. Так, хитростью брать надо. А ну ладно, как у вас дела? Вы Ксюшу пикапили на коктейльном шоу. Я тоже с Ксюшей был. Да? Мы братья с вами. Точно? По оружию, если да? Вы понимаете. Молочные? Да. Все, ясно. Ты вообще молчи. Тебя вместо светофора даже использовать нельзя. Потому что он пишка ебаная. Вонючка ебаная старая. Ну чё, попались, да, друзья? Попались, да. Попались. Так, ну чё? Дед, мы к тебе навстречу шли. Ага, ко мне навстречу. Тут я уже засаду поставил. Тут раз тёмные силы не пускали. Всё я правильно сделал. Вон, сколько человек поднял на помощь? Я ничего не вижу. Сотка? 190 или сколько? 130. 140. Вот, а было чуть не 200. Ну поймал теперь. Все, спать идите. Спасибо вам большое. О, горе мне горько. Еще специально от меня отмазались не на своей машине, на какой-то Тарантасе ехал, чтобы я не заметил. А, Комфорт Плюс был. Ага, Комфорт Плюс. АК. Так, ну когда посмотри, ты умеешь, нет? Пользоваться, конечно. Что нужно сделать? Да что делать? Я могу стабилизировать съемку. Давай, молодец. У нас кам 1, кам 2. И чё? Ну типа камера 1, камера 2, можно с двух ракурсов смотреть на нас. Да? В два монитора. Сейчас вас как 3D модель снимем. И чё будет потом? Распечатку тебя на 3D принтере. Так, давай. Тихо, давай проститутку вызовем. Прям сейчас что ли? Да, она улица. Ты мне сначала расскажи, как ты со мной рассчитываться будешь за нарушение территории моей? Второй раз. Надо поделить, а надо битву устроить территорию, как Сан-Андрес. Нет, это моя законная территория. О, у вас еще одна мобила? Да как мне? Тут, одна знаешь, для семьи, вторая для девчонок. Чтобы вас быстрее найти. Еще, девчонки, можно наших девочек какие-то купить? Да, это по 15, дед. Да? А вам-то что? Вас вообще уже эти... Да нам-то еще ладно, а вот тебе-то куда? А мне по науке надо. 15 внучка, лет, внучка, изучать 15-летнюю девочку? По закону. Ну что, стоим-то? Пойдем. Прямо, там больше народу. Вы статик возьмете, а то он что-то устал. Да подожди, дай мне это. А мне курить? Давай, что встал? Рука болит. Ебать, а что у нас сейчас время? Можно узнать? Час, наверное. Час ночи? А что у нас? Сейчас. У нас что, Барвиха, блядь, какая-то здесь? Это что такое? Это Испания, блядь? Пошли, я покажу вам одно. Блин, как же в России, ребята, тут плохо. Смотрите, народ просто весь скучает, дома сидит в депрессии. Все очень плохо, денег нет. Пикать. Выбрались. Пикать. Вот это что ли? Да. Я тебе попикапливаю. Это брама надо. Брама, чтоб он дома сидел. Малышечку хорошо, на вечер сейчас было бы. Ага, это вам, вы только. У меня в подвале есть, не волнуйся. Как раз Штребух ее там шпилю, шпилевили. Есть там красивая девчуля есть красивая. Их там трое. Штребух, потом кто там еще с ним был этот?
Ой, забыл я это, как его? Ну? Эй, подскажите, кто там был-то с ним? Ой, ну а что за тусовка-то здесь, блядь? А? Что за тусовка? Что за тусовка? Там Казанский собор, между прочим. Памятник войны 12-го года, отечественной войны 1812 года. Сейчас я перекрою. Хуя? Воспламеющую ночь. Тихо, можно зажигалку у вас? Сначала зажигалку, Олег, потом... Айди-ка ты с Тихоном покатайся вот. Да, кстати, а сколько стоит? Не хочешь? Нет. Извините, пожалуйста, а сколько стоит покататься? Сколько покататься стоит? От 5000 рублей. Хотел спросить, а лошадей сколько? Ну, в тачке. 5000 рублей, будем кататься. 5000 рублей? Да. Пол коня можно купить за 5 рублей. Вот я на него сяду, а ты на Абрама и поедем. Давай, зажигалку и вези меня. 5000 есть у кого-то, ребят, в долг. Потом отдадим. Так. Им 5000, а деду... Дед флюиды какие-то распространяет на меня. Последние деньги. 2 рубля осталось. Гнался ведь за ними. Сейчас я карту в телегу скину. А, на помпу никакого. Держи, дядя Степа. Сколько? Давайте... 170, нахуй. По это... По... Ну а сколько? Это не Яндекс.Такси, блядь. А что это? Блядь, подорожник приложить? Да нас одна лошадь не увезет, 4 кабанов. Увезет. Думаю, одна лошадь. Прицепите вторую. И чё? Вот и сделать. Вон 4 сиденья. Одна лошадь. Так, как их выкрепить? Блин. Ну 5000 дороговато. Может, за 1000 сойдемся? 2000. Ладно, 8000. Только 5, да? Ну до рыбацкой. До доскочит? До рыбацкой. За 1000, всё. Забились. Ну чё, пацаны, 5000 надо всего. Да. А на коне можно будет? Трое там, а я на коне. Мое потомство? Да, оно уже распространено. По Санкт-Петербургу. Что делаешь? Ребзя, прикиньте, 5000 рублей, еще на лошадях покатаемся. Так, я фоткаю. Опять они мне мешают. Ну чё, бля, пары, скидываемся по... Нет, конечно, я чё, ебашу. 5000 за лошадь. Дорого, да? Где-то обналом занимается. Кардинг. Кардинг. Подорожник мой. Да какой, последние, да? Последние деньги на вас потратил. Он с пластиком воркает. Он в Steam донатит уже, бля. Новый скин на ЦМ-ку вышел. Покупаю Doodle Jump. Скин. А деду 100 рублей хотя бы скиньте мне на проездные. Последние 50 рублей на них потратил. Спасибо, родной. Спасибо, роднуля. Спасибо тебе. Спасибо, котик. От души большое в душу. Ну что стоим? Пошли. Давай, вставай раками, я на тебя, а вы уж разбирайтесь, кто как, может, на ком поедет. Два, может быть, сейчас 2000 еще наклянчим. Послать надо. Все, я послал свою вот эту карточку подорожник. 50 или 100 рублей мне надо, чтобы до дома потом доехать. А, нет, я на нем доеду. Хороший шаг. Ладно, не надо ничего. Да, все, попался, друг, попался. Куда? Не открутишься от подвала деда Тихона. А сколько миноксидила мазали? Чего? Бороду. Тоже такую хочу. Вырастет. Привет всем из Питера, деда Тихона. Я счастлив, я их поймал. Так ты мамура. Ну что ты? А что ты? И у кого красивее? Дедуля. О, я же говорю, вот... Тихона, покажи Сигму. Сигму? Не, нельзя. Ну, типа... Да. Да и так хорошо. Ну, чё я это... Волнуюсь. Мне надо этот... А скидка пенсионерам не полагается? Да. А? Пенсионер поедет бесплатно. Платит 40 тысяч.
О, а вам 3000. Каждого по 1000. Ну давай, козырни, скажи, что ты что-то вклад какой-то вражный. Сейчас, тебе... подожди. Сейчас он что-то скажет. Так, я выключить должен. Скажи, что ты там, не знаю, доктором был. Это же полковник Сандерс, вы его не знаете? Он KFC открыл. Ага, все сочиняет. Да, блядь, ну... Блядь. Так. Мы экскурсию проведем бесплатную, рекламу дадим. Да, на коня. Да. Номер 99. Скачки. Все, я выключился. Теперь я свободен. Ну что мы ждем? Что ждем? Садимся, я на абордаж. Так. Да на эти лошади, ну их на кого не надо. Ладно, вообще лошади в принципе. В принципе, лошади нахуй уже не интересно. А, просто деда покатай. Он уже не выйдет. Вот 3 шага прокатите его. Давай, садись. Как мне, я... Вообще, ребята, лошади не очень-то интересно теперь. Да нет, ладно, да. Покатаюсь, просто у меня... Как мне сейчас деньги перевести ей, если стрим идет? Переведи, я тебе скину 5000 просто. Ну что, ну мне скинули деньги, хули нет-то. А, то подожди, там стоп, комиссия еще 5000, с 5000 там. Ладно, на Сбербанк можно? Брамчик, давай на Сбербанк денежку. А сколько нам ехать? Там поедем. Вы туда идете? Ну вообще, да, мы в ту сторону двигаем. Я могу вас отсюда до Литейного довезти. Это сколько? Это 5000. А что, это мало? Конечно, мало, хоть бы до Восстания уже тогда. До Восстания за 8. А? До Восстания за 8. Поехали. Давайте домой сразу поеду. Вот, до Восстания нормально. За 5000 нормально? Поехали домой. Все, супер. Сейчас, подожди, мы вам деньги скинем. Ура, едем на Восстание смотреть галерею. Какую галерею? Ага. Нет, чтобы за 3. Давай, мне 5000, я отъеду. Нет, я вот уже скину. У моего мусь индейру. Братишка, я оплачиваю комку. Спасибо большое, в душу, от души дай бог, чтобы все вернулось в 10-кратном размере, братишка. Ура, я в первый раз в жизни буду на лошади кататься, нахуй. Так это повозка, это не лошадь. Я в первый раз на повозке буду. А мы как разворачиваться где будем? Через двойное сплошное. А? Через двойное сплошное. Вот, здесь. Дальше. Мамура, прыгай на лошадь. Я с дедом. Мы не влезем. Влезем. Давай. Мамура, иди сюда. Иди сюда. Ура, Мамура. Спасибо, братишка. Ты у нас сегодня вообще тест-драйв транспортных средств. Я помню, как 17. Спасибо, братишка, большое. Спасибо тебе большое. Очень приятно. Первый раз в жизни я буду кататься в повозке. Да. Вау! Ебал! Давай, так, давайте оценим. Это лучше, чем АК. Ну, с ветерком, прохладно. Да, базар. Так, Брама, руки убери от деда. Мы вообще по дороге гуляли. Ишь какой, подлизывается. Как делает лицо, не делает. Выйду по лес конем, ой, догоню. А у вас что, вы добились, что там? Порше, Ламборджини, Авентадор, БМВ, Мерседес. Вот, одна кобыла едет и нормально. А это кобыла или кобель? Кобыла. Одна кобыла, пацан, рвет вообще. С отсечки. Баварские моторы на московских номерах. Наши сторис залетают в тренды шашки МСК. Со мной пацаны, которые... Себя вести надо. А, конечно, извините. Вот, любуемся еще раз панорамой Казанского собора. Посмотрите, какая удивительная анфилада подвернута к стороне Невского проспекта. Такая же должна быть анфилада с другой стороны, колоннада. Но в силу того, что у царского правительства было денег мало, и ее не построили, осталось только в одной. А с другой стороны прекраснейшее здание компании «Зингер». Это доминанта Невского проспекта. Красота.
и стиль модерн. Это чисто петербургский стиль. Мы уже приехали? Выходи, выскакивай, толкай сзади. И вот мы приезжаем к одному из самых широких мостов тут. Через канал Грибоедова. Канал Грибоедова. На работу тебя везем. Я если так приеду, прикинь, вообще охуенно. Я откуда это вообще? Я? Ну вот, все, позвали звонят, придет спросить получше. А там перед вами памятник архитектуры еще. Ой, господи, храм Спаса на крови. На этом месте Каракозов совершил покушение на нашего царя и построил... Бля, какой же там не решили стрим охуенно получился? На самом деле сегодня... Ну, я вообще так не хотел стримить, если честно, мне так было впадло. Я съел рис с котлеткой. Не мешай ты тихо, орешь тут громче меня. Вот сидите в рыбацком и сидите. Пользуйтесь случаем, что дед Тихон с вами. Уму-разуму учитесь. Я так тоже, вот, между прочим, стримлю еще. Исаакиевский собор, это филиал. Является филиалом Спаса на крови. И там сплошной ковер мозаики. И здесь тоже сплошной ковер мозаики. Приезжайте, смотрите. Заткнись ты, дед. Так. Вы слышите? И после этого вы еще хотите, чтобы у нас в центр приехал? Заткнись нахрен. Не пущать. Не пущать. И вообще наручники можно там показать ему какие-нибудь красивые. Пусть играет дома. Опа, мусора. Права есть, все нормально. Вот, да. Здравия желаю. Хорошего вечера, хорошей работы. Мы на лошади катаемся. Мы видим сейчас. Ого, вторая передача. Все, знаменитая Думская. Давай, давай. Red Dead Redemption. Но Думскую закрыли. Вот только есть каланча Думская. И мы сейчас будем проезжать. Понюхай мою каланчу в штанах, деда. Ну, давай понюхай. А, ладно, все, 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 иди. Да, извините. Все, иди. Не поверил. Опять, опять что ли? Сколько можно? Ты меня уже замучил. Вот, товарищи, вот Думская открывается по дорогам. Но она сейчас закрыта. И центр... Давай нагоревай, гитара семиструнная. Перенесем на... Берштейна Некрасова, а это Большевский искусств, памятник Пушкину там стоит, Русский музей, а это знаменитый гостиный двор со своей галереей. Это чисто только питерская культура, да, культура. Можем себе позволить, да? Лейтенант Мамура. А где вы это чудо взяли? В армию. В армию? Да. Он что там это? Это, дед, мы сейчас тебя отправим. Показывает, как это? Тарелки мыть, ёпты. Уж курит свой, Сандерс, блядь, в окопе готовит. Он обучен, тарелки все у деда помоет. У деда. Да. Товарищи, ну посмотрите, классический стиль. Вот. Вот, вот, гостиный двор, видите, портик и убойный. Все четко, почему не надо выступить. А большой, большой, по-моему, 220 метров. Не знаю, как это делать. Целый парк занимает этот огромный двор. Я считаю, что уж паны, что не стрим, то приключения на жопу. Красиво. Я вас отважу сюда ходить. Вы, как услышите культурное слово, сразу дома останетесь. Товарищи подписчики, пишите им больше культурных слов. А почему у тебя усы под носом желтые? А потому что это проходит в трусики. Че там, ты мыть-то будешь или нет когда-нибудь? Вот кто-то... Дед ел желтый снег. Да. Молодец. Съел? Ну что, чем порадовать? А вот напротив очень интересное здание. Это пассаж бывший. Надо кого-нибудь на колени еще посадить. А сейчас подожди, мы. О, да, он. Да не, не, мама. Умаева, мусиндейру. Это как бы проходной двор. Зажигалка, 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 зажигалка. Давайте за кашей. Не ваша? А вот знаменитая публичная библиотека. Ну, слушай, какая хорошая искусство. У деда аудиокнига или что, я не понимаю? Он вслух читает. Я же живу-то в Питере, я же...
обучил. На, я любовь! Ты еще не знаешь! Мы когда-то... Мы подъезжаем сейчас когда-то к окраине Петербурга. Садовая улица, сами понимаете, в каждом городе сады и парки есть. Ну поцелуй, поцелуй, поцелуй. Хочешь, хочешь. Сделай деду мокрого Вилли. А ты знаешь, что мокрый Вилли? Конечно, знаю. Ты тоже хочешь? Мокрого Вилли? Да. Нет. Руки-то вот они. Так. Дедуля, конечно, вообще. Ой, как хорошо катаемся. У деда телефон такой еще. А? Телефон еще такой. А у тебя есть видео, где Русь крестили? Конечно, есть. В 980 году. Я думаю, там будет еще там, блядь. Снимал? Зай, убивай, убивай, зая! Мип! А можно отвечать или нельзя отвечать? Не-не, выключи сейчас, выключи, выключи. Брось. У тебя пропал стрим. Так, товарищи, звонить не надо. Посмотрите, какая красота. Ты еще не знаешь. А как нас одна лошадь везет всех? Да, она не очень сильная. Она сильная. Это муравьиная. На первом этаже есть сельский магазин. Кот-бегемот, помните? Вот он где был. Ты с ума сошел? Мастер Маргарита, да. Тут он рыбку ел. Он по кривой дороге идет, я так скажу. Посмотрим. А вот. Что-то женщина вот наблюдается. Ну не зря же Невский проспект, конец света. Когда можно в карету уебать. И в 39-е царство. К Мамуре. Ну ладно. К Мамуре. Сказку попал. А предложи кому-нибудь 39-е царство, блядь. Вот сейчас, сейчас. Не, у них-то хай-хай класс. Посмотрите, да. Это вообще дед лечь может уже. Мы на жердочке стали. Бля, дай поищу камень, сейчас подберу телефон, блядь, спиздить. А это такой. Он сейчас пролеп. Собьет, ёп. Вот такой красавец Невский проспект. А что, сосать будете? Я охуею, если одет, ты поаккуратнее с выражением. Нет, иди ты. Че, вы не курите что-нибудь больше? Нахрен отстань. Да? Все? Бросили. Бросили? Ты не ответил. Дедуля, тихо, если мы с тобой в подвале окажемся, это не меня с тобой закрыли. То сейчас это нет. Я сейчас не буду. Наконец-то я нашел своего Остапа. Мы с тобой такие дела начали. Согласен, а чтобы знать, что такое пиратия, нужно перейти по ссылочке в описании под, у меня под стримом, зарегистрироваться, да, и получить 1000 золотых. Крутая мама РПГ. Какого года? Неважно. Аниме. Круто. В описании. А где лошадка стоит? Конечно. А ей так не в МАГАТУ? Или она нормальная? На самом деле, если хочешь попробовать удрать себя, прыгну, ты легко сам сдвинешь место и поедешь. Серьезно? И мы подъезжаем к пацану. А у вас много лошадок таких? Прошло, конечно, 12. Что? 12. До 12. Пах! Оп, третья передача. Бибову! Девчонки, в 39-е царство не хотите? Не хочу. Залазьте. Нам нужна карета. Карета? Это своя личная. Да, да, это вообще... Будет вам карета, можно тоже, если он в подвале две ночи переночует. Девчонки, вас подвезти? Куда они сядут-то, Мамура? А там... Сюда, ёп! А там на коленях стоит. Четыре дебила сидим. А это фонтан. Ахматова там раньше жила. Ахматова. А там дом графини Панина. Кто это вообще, блядь? Да. А вы кто? Я. Вы давно к нам подсели? Я-то? В упряжке должны быть. Фонтаночку смотрим, а вот кухонный дом.
Он потом за это еще деньги попросит. Дворец Куйбышева. А дальше Хуйбышева. Куйбышева тоже есть. У кого больше? Друг лошадь, привет. Вот тут еще одна лошадь. А можете две запречь, чтобы мы километров 100 поехали? Колеса загорели. Лошадка. Аккуратнее. Я лошадку снимаю. Можно? Красивая просто у вас лошадь. У нас тоже ничего. Это рубеж, рубеж. А вы можете поехать? Почему вы не на лошади едете? Я его жду. А, он устал? Не могут. Ну привет, привет. Вы не спите? Дед, ты за проезд? Нет. Кому? Пятерку дальше ждет. Да ты благодаря мне тут сидишь. Сейчас вообще вот туда тебя и все. Дедуля. Че там? Хватит. У тебя не тот размер. Че ты тут с мужиками связался? Excel. Сиди тихо. Дед, Excel. Excel? Это когда? Когда это вместе сложите? Когда я родился уже, Excel. Да? Поздравляю. Спасибо, наш брат. Человек. Молодец. Ну что, мало-помалу мы скоро доберемся до площади Восстания. А сейчас пока... Вот она, улица Рубинштейна. Это классное место. Здесь вот разрешено Вуйчику гулять, потому что он умеет себя вести на Невском, а этим нет пока. Под присмотром деда Тихона пока. Твой обед нереальный вообще. Вообще круто. А Вуйчик-то какой молодец. Кто такой Вуйчик? Это Вуйчик, тоже блогер Вуйчик. С Москвы приехал. Я проверял, он, его папка может здесь светить, а вам тут делать нечего пока еще. Он тоже на ручнике. Он тоже спит. Только вы проверьте, Вуйчик, Егор, спит или нет. Слышь, а что сигнали там? Шашки. Достань ствол нам. О, здорово, здорово. Серега, завтра 8, брат. Липецк, Ангарск! Разве можно и культурные места пускать? Дед Тихон вовремя пришел. У тебя там твой одноклассник только что был, Дед Тихон. Нет. Я тебя узнал, да. А это Владимирский проспект. Он как и ты прогуливал. Занятие. Ты куда? Люди гуляют, отдыхают. Смотря на то, что уже позднее, Сейчас ночи, блядь, четверг, Деда Мороза. Вот в этих сувенирах. Не, он у него попизжу как-то. А что, Дед Тихон хочет пососать? Вот так, чего? Пососать хочет. Кто? Дед Тихон. Ой, прости. Да нормально все. Ну, красавчик, я рад вас видеть. На, по работе маленький, правда. Ртом. Да. Пока Дед Тихон. А ты можешь на себя и диссонанс какой-нибудь. Я лучше вас поснимаю. Ну расскажи, как где Тихон в школе работал. Три кобылы по лесу коню. Не помнишь, как мне рассказывали? Если подрочишь ему. Блядь, дед, а ну руки нахуй. Тут еще ушатаю нахуй. А покурить можно в салоне можно покурить? На кого подписываться-то? А, на канал Мафаня на Ютубе. Надо обязательно. Мафаня, да. Вам понравится. Там контентик вообще интересный. Контентик угарный. Подкатим, а? Я стесняюсь. Че ты стесняешься? Подкатись. А че ты боишься-то? Ты такой смелый у себя в Рыбацком, а в центре города культурным хочешь казаться. Ну-ка давай начинай, доставай. Язычок свой. Ай, я дед. Чего? Чего? Че, доставай, это, говорю. Это отыгрыш для камеры был, для видео. Для какого видео? Ну, чтобы, блин, контент там шел. Какой контент? Где контент и ты? Ты че? Давай начинай работать уже. Ну, спроси для начала, во сколько рабочий день начинается? Мало ли что не хочешь, контент надо снимать. А, какой контент? Ага, какой контент? Приехал? А че ты не загорел? Че ты не загорел? Загорел. А? Загорел. Точно загорел? Да, загорел. Только попку покажи. Да загорела?
Мы можем деда высадить, вас забрать. Хотите? Мы можем. Дед, пойдем сейчас. Что, обрадовались? Вы побежите сейчас этот, толкать будете. Обрадовались. А у них кнут-то какой? Я с ней договорюсь. Ох, ночь жаркая будет сегодня. Ох, жаркая будет. Конь ретивый какой. Готов? Че? О, как брызжет. Надо же. Слушайте, так, повезло деду, а? Вы-то вообще ни о чем. Ай, блядь, в поддых. Тебе-то? И че? Ничего. Держи, как следует. Носом. Дед, ты что шумолишь, нахуй? Один раз можем, молчи, не закладывай меня. Нет, ни в коем случае не надо, зай, ты чё? Оп, 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 оп. Нам нужна карета, брат. Слышь, это принцесса Диана. Где? Вот. Да? Крутяк, мы едем, у всех бошки вертятся. Да. Эй. На меня покажи улицу Марата. Он какая улица Марата? Там отдыхал когда-то были, на улице Марата. А потом сделали бизнес-центр. А впереди площадь моста, где стоит огромный политический символ, посвященный Великой Отечественной войне. 90, ну, сколько метров, я не помню. По-моему, 9 или 11 метров высота имеет. Нет, я забыл. Вот посмотрите в интернете. Когда дед приехал сюда, такой подсветки не было, такой красоты. А сейчас конец света. Кто-нибудь видит? Приезжайте. Подъезжаем к восстанию, ребята. Да, быстро, однако, тут все закончилось. Ой, романтично было, скажите, мальчики. А если бы не дед Тихон, да. Сосали бы вы там в подворотне? Да мы сосали бы, ага, да. Ага, и перила грызли в позе бобра. Если бы не Тихон, у нас бы здесь женщина с третьим размером груди сидела бы. Какая женщина на тебя клюнет? Ты посмотри на себя. Только ты, это, которая хорошая, ну ладно, про нее я не буду. Спасибо, говорить. Дед. Ага. Сегодня в подвале будет. Это ява золотая? Стрели по-братски. Нет, это корона! Экстра! Сейчас, да. А это знаменитая улица Пушкина, а знаменитая дом девушка. Колотушкина. Да, все так говорят. А это стопно. Огромный центр. Надо, бежать. Есть. Спасибо. Зажигалку угостите. Есть? Нету зажигалки. Да. Да никто ничего никому не офал. Все в порядке вещей. Вот посмотрите, город-герой Ленинград. Дедуля, держи. Это когда-то, сейчас это гостиница Ленинграда, бизнес-центр, а когда-то здесь было общество, государственное общество пролетариата. Это вот их гопников, все, вот они гопники. Все, уходим, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Когда встречаемся? Ты куда? Каждый день работаешь? Оставьте деда себе. Да, оставьте его с собой. Все, давай, дед. Пока, дед. Неврологический диспансер его. Там же? В Кащенко. Целуемся не на камеру. Да, иди сюда, дед Тихон. Спасибо вам большое, удачи. Поняли? Пока, лошадка. А как зовут лошадь? Ира. Ира? Пока. Ира. Че, кончил? Чего? Не кончил еще? Зря мы тебя катали. Ты нас не трогал, как он, блядь, кончил? А, че? Дед, я натурал. Дед, я натурал. Это очень хорошо. Нам такие нужны. Кому вам? Нам, нам. Мы дедам? Мы же будем строить организацию, не то что этот легион какой-то. Что, дед? Что? Я ему ничего не скажу, сори. Так, вы запоминайте. Государственное общество пролетариата. Гопники, это шпана. Да не, мы не гопники, мы нормальные ребята. Шпана сегодня, а раньше гопники. Всех беспризорников тут собирали. А вы что?
что бы ему штаны нормальные дать, не мотки, что? Да пусть разговаривает, даже если у него стрима нет. Ага. Пусть хоть поговорит нормально с кем-то. Да. Нет, все, богатство закончилось. Вон, а что нам нас зато как было вайбово, а как было круто, как было красиво. Это останется, да? Да. Да вы-то хоть знаете, где подвал Тихона? А вот Московский вокзал. Ну что, пошли галереи потусуемся? Или вы уже это? Да я думаю, мы уже, наверное, заканчивать будем. Да пошли тут недалеко, на галерею-то, там же злачное место, там уже кто поет. Я думаю, может быть вызвать. Мужики ходи. О, стоп, я тебя знаю. О! Подожди. А? Сейчас. А ты что, спиздил это? Мафаня, что? Она одна осталась на весь город, понимаешь? Мы ищем Кузя Лангуком. Да. Понял? Сядешь за Конора Макгрегора? Да. Который, озвучка его. Да. Можно сфоткаться? Да. Сейчас, подожди. Ты в форме еще, да, с такими же чат рулеткой? Все верно? Блядь. До сих пор, да, в форме чат рулеткой. Да, давай, ладно. Я же говорил, что нельзя их выпускать в центр. Вот он, стримит форму с чат-рулеточкой. А сколько человек сейчас смотрит? С распечаточками, если надо. На что ты? Тоже высокие парнишки. На фоне крепкие. Чего? На фоне... На фоне магазина. На фоне цел 50 рублей. 50%. А что? Ногти крашеные, покажите. Именно он стримит чат-рулеточку в форме, друзья. Я понял, что я так убрал на время пиздец. Спасибо, брат, спасибо. Правое дело делаете, красавчик. Ты с кем-то еще стримил, да? Ну, много с кем. Ты как у него никнейм, господи? Белобрысый, господи, как? Белобрыс? Из Новосибирска. А, из Иркутска, Слава Амаралина. Из Иркутска, да. Все, ладно, давай. Да. Я не стримлю в форме чат-рулетки, блядь. Я не стримлю нахуй в форме чат-рулетки, блядь. Да, это именно он стримит. Сука, сколько всего, блядь, сделано, блядь, теперь. Они все такие, блядь, ты что, в чат-рулетке стримишь? В форме? А сколько? А ИРЛы, блядь? А? Распечаточки. Мне заплакать, нахуй. Да ты там распечатки. Распечатки в форме чат-рулетки, помнишь? Да. Когда чат-рулетка? Завтра чат-рулетка, кстати. Завтра в 9 вечера чат-рулеточка. Ура! Завтра поугараем, ребята. Сегодня на расчелобосе, на плюс вайбе. А где дед Тихон? Ёб твою мать. Парни, мы деда проебали. Тихон, пойдем. Мы деда потеряли, пойдем. Что ты пристаешь ко мне? Нафиг вы мне нужны? На секунду оставили, он уже там знакомится. Да. А что мне с вами делать-то? Я свое сегодня сделал. В подвале есть кому ночевать. А что, у меня кончилось или что? Что? Что это такое случилось? О-о-о! Бан тебе дали. Перепрошивку надо делать, дед. Могу за 5000 делать? Да, делай. Что это такое? Я по-английски не знаю. Ты не знаешь, Валер. Выключать надо? Stream was cancelled due to an error. Стрим был выключен из-за ошибки. Из-за какой ошибки? Live streaming is not working due to insufficient network bandwidth for streaming or incorrect RTMP. Что, они что-нибудь показали или что? Короче, здесь надо зайти в мой iCloud. И что? Вот. Слава богу, карьера Тихона закончилась. Все, дед, сдавай телефон. Да? Да, не работает. Ну переучим. Я ебу. Да на меня зарядка села. Нет, да все нормально. А там телевизор есть, антенна какая-то. Давай посмотрим. Ну давай рацию, дед, блядь. Что делать? В карман положить? Ну все, да, настримился ты. Мы у тебя трафик сейчас пиздим, будет. У моего мусиндаю. Не поверишь, Америка, как добро. Спасибо большое, родной, дорогой мой. А раньше здесь был. Слушай, мы сейчас домой поедем. Если я сейчас не усну, то постримлю еще сделано в Америке. Я, скорее всего, постримлю сделано в Америке, если дождетесь. Это будет где-то через час. Окей? Осуждаю. У меня каждый раз что-то делает. Осуждаю. А? Спасибо тебе большое, братишка. Сделал обед. Зарядка села или что? Нет, зарядка и работает. Я ебу, что делать. Ну что ты, не украшенный по караулу.
Ладно, что, пары, Тэшку вызываем домой. Ну вам же в ту сторону, пошли, перейдем на галерею. Почему? А, ну да. Да, и там садись. Гоу, гоу. Да, просто из-за ошибки какой-то, из-за интернета ошибки. Там какой-то свет показать? Нет, там какой-то RT-миссия. Ой, пойдемте быстрее, 50 секунд. Как хорошо, а? Согласен. Зачем вы вырубаетесь? Погулять, потусоваться, правда. Чисто пофлексить. Не, ну просто поугарать. Он караулит свой контент или нет. А так бы вы показали, бы рассказали, бы все. Ну что, ты хочешь туда идти? Ну в ту сторону, да. А ты в метро? Нет, метро уже не работает. Я пешком, я здесь живу. А, тут на вокзале? Да. Молодцы, молодцы, рад был вас видеть. Спасибо всем, классные пацарики. Давай, дедуль. Давай, когда в подвале ночевать будешь, не болей. Ой, такой, такие высокие, зелень вы приводите с собой, я хоть спокойно смотреть буду, а то голову задирать, что это такое? Ладно. Да. Все, ребята, всем пока. Вот сегодня пока, в такой пока. Тусовке мы провели вечер с вами. Спасибо всем большое, кто сегодня был на стриме и... Подписывайтесь на телеграм-канал. Завтра чат рынка, в пятницу будем прикалываться над девочками с Давинчика. Пока-пока. Всем удачи. Классные пацаны. Но пасаран. А где это-то? Ку-ку.